Они нас, да, ненавидят. Я такого нигде не испытывал, никогда пиздец полнейший. Я думала, это будет 5-10 дней. Мне кажется, это месяцами, как бы не годами. Я сейчас боюсь, знаешь, что, даже если вот здесь как-то мы продержимся, блядь, они не дадут потом уволиться. Давай я тебя вытащу. Ты меня никак не вытащишь. Гражданку привезу. Не буду говорить, какими путями отсюда только вывозят. А смены какие-нибудь будут? Неким менять. 85-90% все здесь. Ну нахрена это все? Вся страна в ахере. Понимаешь, они врали всем. Мы здесь находимся, мы цель не можем понять. Даже мы не знаем цель. Я даже в Орешке могу себе представить себе такого, что прийти в страну и так захотели его поменять одного на другого. Я не знаю, что надо быть в голове. Думали, что нас здесь цветами будут встречать. Нихера. Мы не находимся на туре своей родины. Теперь вся страна превратилась как Донбасс и Луган. В 95-м году Чечне и то было лучше.